5 новых троллейбусов доставят в Петрозаводск из Белоруссии в сентябре. Об этом в социальных сетях рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. Контракт уже заключен, республика получит современные низкопольные троллейбусы белорусского производства. Кроме того, Карелия вошла в федеральный проект развития общественного транспорта. Минтранс России одобрил заявку на 27 новых машин. Их закупят в 2024 году. Напомним, в этом году на маршруты уже вышли 16 новых троллейбусов. Это помогло существенно обновить городской парк электротранспорта.